Ну что ж, дорогие друзья, наша модная рубрика посвящена не только обновлению гардероба и вашим любимым базовым вещам. Надя, ведь в каждой нашей программе мы уделяем огромное внимание еще и здоровью нашим женщинам. Тем Конечно. Более нужно позаботиться о ножках. Ножки – это наше все. Действительно, потому что с возрастом ножки начинают нас подводить. У кого-то вырастает косточка, у кого-то ножки отекают. У меня лично очень сильно отекают. И нужно позаботиться об удобных туфельках. Туфли стрит. Конечно же, не только удобные, но и доступные. 1190 рублей, меньше чем 1200. Можно взять две пары, посмотрите. Можно взять две пары за эти деньги, и у нас есть две расцветки. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас вы заметили о том, что вот сразу видно качество изделия. Мы хотим сказать о том, что мы предлагаем вам расцветки, которые подойдут для любого наряда. Вот у меня натурально бежевая, у Надежды серая. Стиль милитари, который сейчас очень актуален. А я хочу прежде всего сказать о форме этих туфель. Туфли стрит не зря так названы. В этих туфлях вы можете гулять до бесконечности, потому что они мягкие и удобные. Надя демонстрирует вам мягкость ткани. А сейчас давайте посмотрим на нашу модель Ирину. Ирина выбирает размер в размер. Она носит 38 и выбирает 38. Размерная линейка от 36 до 40. Смотрится изящно. Но ты знаешь, Свет, все-таки мне кажется, что главное их преимущество, оно заключено в тканях, из которых сделаны эти туфли. Потому что я сейчас трогаю, я понимаю, что такая мягкость. Бывает... А ты знаешь, что это натуральная кожа? Вот. Внутри у нас натуральная кожа, а внешняя часть – это эко-кожа под нубук. Все знают, что нубук – это качественная кожа. Но я хочу сказать, что все производители сейчас выбирают именно эко-кожу, потому что она практичнее. А главное, что внутри у нас натуральная кожа, а это значит, что больше не будет неприятного запаха. Поэтому я предлагаю вам заказать дорогую, не дорогую, а именно качественную обувь. И здесь внутри у нас отделка из натуральной кожи. Вы не будете испытывать никаких проблем, нет неприятному запаху. И скажите, пожалуйста, вот за такую цену, 1190, вы где-нибудь встречали красивые, элегантные туфли, да еще из где использовалась бы натуральная кожа? Я думаю, что нет. Итак, дорогие друзья, сейчас с наступлением осени цены в магазинах вырастают, но только не на шоппинг-шоу. Сильная, качественная обувь по прекрасной цене. Наступает новый сезон, а цены у нас старые. Надя сейчас демонстрирует вам стильную подошву. Она еще и защитит вас от любого скольжения. Как часто вы ходили в мастерскую, чтобы вам набойки меняли? Здесь этого не произойдет. Посмотрите, какой у нас каблучок. Его высота 1 сантиметр. И, Надя, давай продемонстрируем, что наш каблучок защищен вот такой специальной прорезиненной противоскользящей уплотнителем. Послушайте, действительно, я определяю, сколько стоит обувь по отпечатку, по следу. Когда я вижу вот такой вот герб, у меня сразу цифры, знаешь, 5000 рублей минимум. Но когда я узнаю, что вот эта практичная, красивая пара обуви, туфли стрит, внутри у нас натуральная кожа, еще раз подчеркнем, посмотрите, мягкие, полюбуйтесь, подошва гнется. Здесь, сказала Светлана, есть еще и протектор прорезиненный, чтобы вы не подскользнулись. По цене 1190 рублей. Вы будете в этих туфельках, во-первых, красивая, а во-вторых, вам будет в них очень удобно. Посмотрите, как эти туфли сочетаются с женственным образом нашей Ирины. Она выбирает не только брюки, она выбирает еще и стильную юбку-карандаш. И туфли стрит подчеркивают образ романтичной нашей модницы. Посмотрите еще раз, как удобно и комфортно будет в этих туфлях вам. Ведь не все женщины любят каблуки, но в этих туфлях вы будете всегда на высоте. А, кстати, вот этот образ тянет на бесплатную доставку. Туфли стрит сочетаем вместе с нашей классической юбкой. Далее мы плюсуем к ней яркую нарядную блузу и получаем бесплатную доставку.